году в конце путешествия приходит маленькая девочка на поезде, отправившаяся к дедушке на Кавказ. Это сюжет концерта, прошедшего в Ярославском ДК «Магистраль». По пути состав останавливается в разных регионах. Дагестан, Азербайджан, Армения, Грузия, Осетия и не только. Все встречают юную путешественницу национальными песнями и танцами, искусством и кухней, и радушием местных жителей. Мы не случайно взяли столкновение старшего и младшего поколения, да, потому что сначала дед сказал про звезды, а в конце девочка, внучка уже сама сделала вывод, что мы все должны быть дружны. Театрализованное шоу-турне «Горы Кавказа» приурочено к празднованию Дня народного единства. Это лишь кусочек большого проекта, цель которого – показать, что Кавказ – часть России. Люди, проживающие в городе Ярославле, должны знать, с представителями каких прекрасных народов они живут в одном городе, какая у нас разнообразная страна, какие у нас разные культуры, разные обычаи, чем красив каждый народ нашей необъятной страны. Я думаю, хоть небольшой такой ручеек добра, красоты мы зажгли в душе каждого человека. Проект реализуется при поддержке регионального правительства. На территории Ярославской области проживает множество народов. Действует несколько десятков национально-культурных общественных организаций. Они не замыкаются в себе, не живут изолированным мирком. Они ощущают себя частью Ярославского края. Мы сегодня вспоминаем о том, что у народов России общее прошлое, одна история, а сегодня общее настоящее. И даст Бог, будет общее мирное будущее, если мы по-прежнему будем оставаться единым народом. На концерте также подвели итоги конкурса рисунка «Кавказ глазами детей». В планах организаторов – познакомить ярославцев и с национальной кухней. Нина Колтина, Денис Сахаров, День событий.